там что-то там, а пойдемте, я вас там это самое, с вами пройдусь, погулять, что-то еще. Ну, детки могут говорить, что хватает, что-то еще, но это все равно достаточно так легко. А вот вы знаете, вот там тот, ну, смотрим на человека. Что еще попрощаться, да, там обнять, да, это там уже как-то детки прям сразу вас куда-то вот сюда относят, но они считают это достаточно социально допустимой вещью. То же свидание можно, да, тот же знакомство можно тоже хромать. Вот у вас там очень необычные руки, бла-бла-бла. И вот, по сути дела, вот, ну, вы уже к ней прикасаетесь, но при этом вы особо-то ничего такого не делаете. Легкий массаж. И говорите про руки, да. То есть, что касается свидания, хиромантии. Что касается хиромантии, ну, что говорите, я вам сейчас расскажу, сейчас пока человек здесь. Там, ну, можете включать здесь вот какой-то юмор, да, вот, посмотрите, а там линия классных рыжих парней, его, она в мою сторону, там, что-то бла-бла-бла. Линия выпаса домашнего скота, линия уборки, линия готовки. Чего угодно, что вам в мозг сейчас придет, там, или какие-то заготовки заранее, то и говорите. Человек должен там получить эмоции и, может быть, там, веселее. Еще на свидание к социально допустимым относится массаж руки на самой кисти. То есть, как, ну, как его делать, там, импровизируйте просто. Ваша задача сделать человеку приятным. То есть какие-то вещи, я вам их потом покажу. То есть, что бы вы хотели, чтобы вам было приятно, вы понимаете, что там, там приятно там пальчики помять, приятно здесь что-то там погладить. Вот какие-то вещи, но без намека на секс. Вот это как, когда это делают? Какие ощущения? Я имею в виду, что ты понимаешь, что чувак хочет там, в каком-то социальном плане или в обычном, ну, или просто ему нравится твоя рука? Или это зависит от того, как он вначале подошел? Ну, то есть, по сути дела, ну, как это считается, вот в твоем именно, вот, твоем мнении, чем-то таким, не знаю, намекающим на секс, да, что-то еще. Ну, пробуйте, как бы, в массаж руки, это грань вот уже между сами, допустим, меня. То есть, еще раз, какие-то легкие прикосновения, там, тыльными сторонами ладони, секундные, при каких-то выброшенных вами фразах, там, а ты знаешь, там, а вот, представляешь, и обняться, поздороваться за руку, прощаться за руку. И вот как максимум эта рука. Потом следующая интимная, да, интимная кинестетика. То есть, по сути, она уже направлена на сексуальное возбуждение и на секс. Что туда входит? Ну, опять же, вот, там, массаж руки, если вы его сделаете там, в каком-то уже там сексуальном уклоне. С маслом. А без масла нет, да? Маргарин. То есть здесь уже идет поглаживание разных частей тела, там, рук, ног, покусывание, там, ну, если вы уже, мы сейчас до покусывания доберемся, с какой-то пощипывание, то есть какие-то вещи там, они уже считаются такими вот. Не начали щипать и сидеть и вот. Туда идет там целуи, да, уже какие-то. И в шею, и в щеки. Если вы даже просто дышите человеку вот, куда-то в шею, да, то есть вы уже, по сути дела, еще не целуя ее, вы уже ее интимно настроите. Можете не прикасаться просто под носом или дыханием. Что тут там идет? Там все приятные места, которые есть в женщине. Это затылок, это ручки, ножки, грудь, поясница и так далее. С интимными считается там и уже какой-то петинг груди. Петинг это. В общем, все, что уже связано с сексом. Задача интимных прикосновений это возбудить. Вот я сейчас вам показываю. Вы должны, в принципе, делать то же самое на свидании, но только то, как вам нравится, то, что вам нравится. Там, классная там, спина, да, точит, там, если она особенно в открытом платье, да, там, просили наклониться вперед, смотрите спину, трогайте что-то. Постоянно говорите то, что вы делаете.
Вот если вы ее нюхаете, говорите, что там, блин, мне нравится запах, вот там классно пахнешь, что-то еще там, на что похож запах. Если вы ее трогаете, говорите о своих ощущениях. Во-первых, это заполнит то, что если вы не знаете, что говорить. Во-вторых, это получается как секс по телефону еще действует. Вы говорите и при этом прям, вы честно рассказываете, что какие ощущения в теле. Поясница, живот, какие еще там вещи. Что еще есть на вещи? В общем, все, что возбуждает человека, внутренняя сторона бедра, вот здесь вот, такие очень интимные вещи, интимные зоны. Ну, то есть все, кроме социальных и кроме уже непосредственно пальцев во влагалище, там и двух считается интимной кинестетикой, по сути дела. Вот. Естественно, переходить нужно как-то постепенно, да, то есть если ты сразу будешь человека там интимно кинестетить, то навряд ли кому-то понравится. При этом самое главное, опять же, ну сейчас пока девушка здесь, мы просто показываем. Что показать? Шаг назад, два шага вперед. Это по поводу возражений, кстати, вот здесь на свидании, сейчас нужно разбирать. То, что, ну там, правил трех нет, да, вы там пытаетесь там что-то взять за руку, она там не дает, да, там хер с ней, да, положите в эту руку, продолжайте общаться, там. Заинтересовывайте собой общение, потом пробуйте еще, то есть так же как-то постепенно, раз там, второй раз пошло, например. Если вот она ни в какую, ну, значит, у нее какой-то там таракан в башке сидит, вот, ну, не знаю. Ну, это тоже вспомнить. Это уже надо там заморачиваться. Так, что можно сделать? Можно сделать массаж ступни, то есть, если там, например, лето, сланцы, да, там, повысите где-нибудь на лавочке, достали ее ногу, там, помыли генералкой, если хотите, чего угодно можете не мыть, как сами себя ощущаете. То есть, по сути, как перевод, ну, еще раз. Прошу прощения, перебил. Не, так, не только как сами ощущать, как он ощущает. Некоторые, например, ну да, девки, не брит, там, или потная вонючая нога, они просто стесняться могут. Они причем больше могут стесняться этого, чем мы. Это важно. То есть, по сути дела, это вся кинестетика, которая не направлена уже при насилии. Если помыть, это хорошо. На сильное физическое возбуждение. То есть если грудь, ну там сверху, да, например, если там, если здесь, то тоже там сквозь джинсы как-то так вот слегка, но вот не напрямую. Как переходить, да, еще раз. То есть мы, ты же не видел ничего этого вообще, да? Вот, ты начал с руки, что-то разговариваешь, запястье, это очень такая эрогенная зона, которая, если тебе девушка доверяет, в принципе, это уже хорошо. Какие-то поглаживания, что-то еще, но не торопитесь, вот сразу переходить вот прям куда-то, как некоторые, да, там набрасываются и понеслась. Там, ну, там, пошлет, не пошлет. Здесь, там, начали по руке, да, какие-то внутренние стороны руки, вот здесь вот можете попробовать делать. Вы чувствуете, что все идет нормально, общение идет нормально. Что еще вот мы только волосы делаем? Волосы, шея. Ну, там, в руках. Поглаживаете как-то, при этом разговариваете, не акцентируйте на них внимание. Если вы уже понимаете, что мозг взорвался, не о чем разговаривать, говорите, что вы думаете, да, слушай, так приятно тебя трогать. Только не значит, что значит, блин, так приятно тебя трогать. Блин, ну так приятно тебя трогать. То есть вот, когда вы будете одно и то же повторять, как кто там говорит, пообщаться, взорвет мозг. Здесь, как мы переходим, по сути дела, от социально допустимых уже такой серьезный второй. Волосы, шея. Начинаете трогать девушку за шею. Начинаете за шею. Куда-то за волосы руку спускать. Там есть девушки, которые говорят, что им не нравится, там, когда их трогают за волосы. Ну, супер. Надо как-то говорить, что должны там посмотрим. То есть понравится, понравится, не понравится, не будет. Мне уже хочется потрогать. Вы как-то массируете голову, что-то еще какие-то там места в плане там, уши, плечи, если она сидит. То есть, если вы куда-то вышли, там, то в толчок, да, например, вы можете. Для тех, кто не видел, по сути дела, ну, кто-то там уже все это видел, да. Ну, еще раз посмотреть. Главное, вот, то есть ты, чтобы себе внутри это разрешил, ты же там, когда делал горло, что-то ты понял, что, блин, там хватает, что прикольно, да?
И все, и как бы вот этот зажим он ушел, и как бы чтобы он больше не появлялся. Вы пошли куда-то в толчок или там что-то там еще заказать, официант для вас долго никак не зайти. Вы встали, подошли сзади, что-нибудь ей там сказали, там, типа. Или я сейчас вернусь, или что-то еще. Вот смотрите, что я делаю. То есть я не просто говорю, то есть я ее уже как-то обнимаю, что-то с ней делаю. То есть на ушку или там прижались щекой, носом, шеей к волосам, к уху. Можете там как-то поцеловать шею, если уже до этого дошло. Я сейчас вернусь, там, я скоро там, пришли из толчка или откуда-то еще. То же самое, не то, что вы прям плюхнулись, там пришли, там не скучало. Песенка это, естественно, уже непосредственно перед сексом, чтобы не сразу там достали, да, ты готова, да, бывает. Мы должны девушку вообще возбудить, чтобы она потеряла над собой контроль, чтобы я, наверное, хотел больше, чем вы. То есть это пальцами в пирожок, ну, так, ну, это уже соски голые, да, там какие-то, либо руками, либо губами, зубами. Ну, все видели немецкие фильмы, там не только немецкие. Вы, наверное, разберетесь. Что там еще? Ну и, соответственно, секс-имитация, кстати, есть такая штука, да, когда вы еще одеты, по сути дела, там, или девушка в нижнем белье, да, но, например, она там, сейчас, ну, нормально, ничего, там, даже, то есть человек, например, там, вы сажаете ее сюда, да, там, ну, как вариант, где-то вы сидите, да, то есть и вы прям начинаете какие-то имитирующие движения, да, там, вы ее уже начинаете целовать. Ну, по сути, она в одежде. Но секс-имитация это именно имитация самих движений. Ой, очень сильно возбуждает. Даже если вы сидите в кафе, например, и вам еще до места секса там что-то надо ехать или что-то еще, если вы будете это делать, ну как еще куда? Ну, посадились там, если вы где-то на кровати. Я имею в виду эту же кинестетику, где-то, по идее, в том месте, когда надо приходить в секс. То есть, и вы начинаете, как, ну, давай я сейчас хотя. Так. Ну, то есть, соответственно, движение имитирующее секс, там, и при этом вы еще сильнее возбуждаете, еще сильнее целуете, и все прочее, и все прочее. Здесь уже там пошла грудь, что-то, чуть-чуть туда можно отнести. Ну, что прикольно. Вот, то есть, сейчас мы об этом будем разговаривать. Что еще показать, например? То есть, если что касаемо телодуха, что касаемо массажа руки, возвращаясь туда в начальной стадии какие-то, что можно делать? Здесь вот понятно, что такая зона, если ее гладить, это все, в принципе, возбуждает достаточно сильно. Можно каждый палец, ну, отдельно брать, проходиться по нему. То есть, вот все, что вы, как вы считаете, вот вам было приятно, можете там сбоку как-то вот эти вот косточки все. Можете как-то его там гладить, тянуть, потом между пальцами, очень такие чувствительные зоны, то есть можете их как-то поглаживать, пощипывать, здесь. Так, что еще, запястье, да, можете своим запястьем или своей вот этой частью, даже не ладонью, а вот частью.